Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение Тургор Голос Цвета. Итак, как вы помните, в прошлой серии у нас не родилось практически никакого цвета, а тот, что родился, забрали у нас братья. Поэтому я долго думал, чем мы, друзья, сегодня с вами займемся. Ну, первая цель, мы можем пойти убить ящера. Но знаете, без пурпура в сердцах битва будет, ну, очень-очень долгой. В принципе, у нас есть еще в запасе 3 оборота, прежде чем вернется надзиратель и накажет нас за то, что мы не убили ящера. Можно, в принципе, подождать. И дождаться, когда же, наконец-таки, у нас придет пурпур в промежуток. А, ну, тогда мы можем пойти накормить Аву. Но я так подумал, ну, накормлю я Аву. Откроет она мне проход к Элли и Кимми. А что дальше, собственно, делать-то? Дальше цвета кормить у меня их нету, и мы опять застряли, и нам нужно опять ждать. Поэтому я решил, наверное, все-таки не будем просто так ждать, мы пойдем и убьем ящера. Хоть это и не очень правильно без пурпура идти бить ящера, тем не менее у нас просто уже нету выбора. Нужно что-то делать хотя бы. Так, давайте дорастим цвет. Цвета понадобится очень много, чтобы его убить. И золото, скорее всего, больше всего понадобится. Вот только, правда, не хочу я все золото тратить. Истрачу все золото, останусь без него. И что дальше, кормить сестер я не смогу. Тоже, конечно, не вариант. Поэтому золото, наверное, я оставлю. Вот такие запасы у нас будут на основное сердце. Как помните, у ящера основное сердце там золото. Поэтому посмотрим. Так, ладно, отправляемся. И... узнаем, что же все-таки сегодня нас ждет. Ух ты, там вообще как-то очень быстро все выросло. Ну, конечно же, метаболизм. С ним все очень быстро растет. Так, ну все, у меня тут ничего не осталось. Давай-ка серебра назальем. Так, ага, успеваем. Кто это? Эхо. Ну, эхо немножечко не вовремя. У меня сейчас такая битва предстоит. Это предсмертная пустыня. Кажется, где-то под землей, но не глубоко. Здесь безраздельно правит голод. Страшный голод. Спящий утратил душу, и ему нет больше дела до нас. Нет участи страшнее, чем перестать жить. Но все-таки можно покинуть это место мертвых. Слушайте! Там наверху нет этой смертной пустоты. Там бурлит настоящая жизнь, полная любви и воли. А цветов там неслыханное, великое множество. Здесь изнывают, а там живут. Пора, сестры, летим все вместе. Ну, все вместе вы навряд ли улетите. Одну-то я точно спасу. А вот насчет остальных, хотя с точки зрения сестер, если я спасу одну, то, наверное, спасу и остальных. То есть там уже будет неважно. Главное, мы вырвемся все отсюда. Ладно. Как всегда, эхо призывает нас. Давай, помоги нам вырваться. Все, сосредоточились. На этой битве. Главное теперь, чтобы, знаете... Ага, тут нам один недородок вот этот мешается. Хотя... А, ты же пошел. Так, стойка. Вот такой щит. Ух ты! Вот это да. Вот это было да. Ладно, второй раз. Вот это я улетел, конечно. Зря щит из... Да хорош, ну сколько можно-то? Что за фигня? Неудобные позиции. Мне нужно там сразу бежать. Главное найти хорошую позицию, чтобы никого не было, чтобы никто мне не мешал. О, да, вот очень хорошее сейчас у нас начало. Нет, ну куда этот развернулся? Хотя, блин. Так, сейчас мы сможем. Вот так вот, на эту веточку. Да, облом, парень, ты ничего не сделаешь. Так, и знаете, куда мы спускаемся? Спускаемся мы вот сюда. На вот эту вот ветку. Здесь я буду действовать небольшой хитростью. Ну и будем в основном работать паутинкой, друзья. Потому что пурпура нету, оводам работать плохо. Они более защищенные стали, что ли, в голосе цвета для внешних воздействий. Поэтому будем в основном работать паутинкой. Так, вот, смотрите тактику, он хватает. И в это время мы пускаем паутинку. Так, а, золотую? Да что ты делаешь?
Правда, нам, наверное, сейчас вот этот помешает. Ну, конечно, помешало. Вот я ж как знал. Это было так очевидно. Тут уже серебро у нас ушло, понятно. В общем, все из-за того недородка нехорошего. Ну, что ты орешь? Битва, друзья, долгая, около, наверное, 20 минут у нас это займет. Не быстро. В принципе, люди как делают? Они всех сразу начинают паутинкой окутывать, но тогда они не попадают в такт. Да, помните, какая здесь система? Когда цвет загорается, только тогда мы начинаем бить, чтобы нанести больше урона. Но сделать это мы сможем только где-то, ну, в этом районе. То есть, чтобы всегда попадать, мы будем пускать только во время того, как он начинает есть недородка. А до этого мы пока что просто ждем, чтобы они наконец-таки, ну, пошли наверх. Давайте же, парни. Хоть кто-то. Вас здесь так много, но никто не идет наверх. Ух ты! Чайничек. Ага, отлично, новая жертва. Так, скорее всего, изумруд у нас будет сейчас. Да, на изумруд мы успеем. Ага, вот это вообще идеальный такой, знаете, момент. Так, вот мы берем и заряжаем цветом. 30 единиц, неплохо. Главное успеть. Так, и взрыв, взрыв есть. Неплохо. Видите, как мало отняли, потому что пурпура у нас нету. В этом вся проблема. Конечно, это не очень умно с моей стороны начинать битву без пурпура с ящером. Но что поделать? Времена такие, цвета нету, выживаем как можем. Так, это что у нас? Это, скорее всего, опять золото будет, а не янтарь. На янтарь мы не успеем. Так, ладно, тогда давайте золото. Конечно, золото, как вы помните, лучше оставлять на основное сердце. Да что ж такое-то? Куда ты... Ай, улетело, блин, опять зараза. Наверное, скоро у нас там все золотые будут ходить. Место хорошее, но вот иной раз просто паутинки сбиваются. В никуда. Хотя мне больше не паутинки жалко. Они не пропадут. А вот мне больше недородков жалко, которых он съедает, успевает за это время. Недородки восстанавливаются, но только через один цикл. Так, ну опять золото. Ну, блин. Что-то как-то вообще... Ну это вот это, мы должны успеть. Наконец-таки. Да, что-то я чувствую, мы все золото потратим еще до начала. До того, как у него откроется основное сердце. Это не есть хорошо. Это даже очень плохо. Придется бить нейтральными цветами. Так, вот здесь даже не знаешь, то ли изумруд успеет, то ли там уже пурпур подойдет. Ладно. Немного. Да, скорее всего, там уже пурпур будет к этому времени. Давай, взрыв. Есть. Вроде как успели. Так, вот вы мои золотые. Вы лучше останьтесь на самый конец, как-нибудь там окольными путями ходите, пока я успею открыть у него основное сердце. Вы уже тогда будете у меня в сохранности, золотые мои. И вообще это, друзья, золотой червь с золотым сердцем. Раньше я тоже, как все игроки, в начале всех цеплял паутинкой, потом решил, что это не очень тактика. Лучше дожидаться, вот когда он их возьмет. Наиболее хорошая тактика, мне кажется. Так, вот здесь мы определенно успеем на сирень. Так что я даже, наверное, побольше вложу. 27, отлично. Так, давай кушай, мой хороший, кушай. Так, еще чуть-чуть, и откроем, друзья, у него основное сердце. И тогда золото, друзья, у нас не пропало. Не зря пустили. Так, вот сейчас еще один идет. Давай, давай. Знаете, мы такие как два охотника. То есть, кто быстрее, кто первее выйдет из своей норы, из своего укрытия. Так, ага, ну тут опять золото будет, скорее всего, да. Янтарь-то пройдет у нас. Ну, не знаю, что-то золото. 37 всего осталось у меня. Мало очень. Да, а, ну понятно, короче, как всегда. Я вас понял. Может, ему уже открыть там сердце как-нибудь? Ну-ка.
Нет. Пока что еще не откроется. 3 золотых у нас уже. О, серебро. Ну, серебро, опять же, не успею, ладно. Здесь золото пока что пускать не будем. Пустим обычный цвет. Ну, серебряный у нас, кстати, его много. Ой, господи. Ой, что я делаю? Так. Давай же. Главное, успей. Успей ухватиться. Хотя бы серебро. Ага, все, отлично. Теперь у него открыто сердце. И наше золото в порядке. Давайте, идите туда. А, ну тут плохо, друзья, чем, знаете, это место? Тем, что вот здесь они останавливаются и потом уходят. Видите, они еще так прыгают, кстати. И могут оказаться в любой точке этой местности. Тоже такая прикольная у них тактика. А, можно, кстати, друзья, теперь всех цеплять золотом. То есть, неважно, допустим, этого, того. То есть, сейчас у нас остается только золото. То есть, вот так вот всех цепляем уже. Неважно, какой цвет. Так, вот этот, кстати, сейчас его съедят, мне кажется. Допустим, у нас янтаря много. Сейчас пойдет огромная трата цвета. Напрасная, конечно. Так, его сейчас мы окутаем. Кто тут еще у нас? Там наверх идет кто-то. Ага. Кушай, кушай, кушай. И нам, в принципе, друзья, нужно будет потихоньку отсюда уходить. Потому что, когда червь умрет, он все это снесет. Ага, вот и золотые пошли у меня запасы. А-а-а, стой, ты куда, парень? Так, я бы, наверное, серебром тебя сейчас. Ага, отлично. Я, в принципе, даже бы сейчас уже уходил отсюда. Вот так вот. Опа, и все. Так, теперь остается только ждать. В принципе, мы всех заразили. Можно еще черточками бить. Для пущей эффективности. Блин, ты-то что тут делаешь? Неудобно он пришел сюда. Так, надеюсь, ты не пойдешь. Вот тебя еще нужно, да? Каким-нибудь цветом, я не знаю. Ну, сирень я лучше оставлю изумрудом. Вот так вот. Молодец. Остается только ждать, друзья. Можете просто, наверное, промотать момент этот. Так, вот кого-то там опять ухватил. А мне лучше спрятаться, чтобы меня никто не нашел случайно. Так, угу, совсем мало у него осталось здоровья. Но все равно истратили мы, конечно, огромную кучу цвета на этого ящера. Так, а тут он меня не съест, кстати. Что-то как-то не нравится мне здесь. Ой, что-то мне тут совсем как-то, друзья, не нравится. Я лучше где-нибудь здесь, наверное, подожду. Вообще можно в конце вон там подождать. И вообще лучше его уже бить, наверное. Черточками хотя бы, чтобы хоть какой-то урон наносить. Ага, вот так вот, ну... На, получай. Так, ну осталось совсем мало здоровья. И у нас еще двое. Один золотой, другой зеленый. Вот когда они доберутся еще до него, черт его знает. Вот самое скучное начинается сейчас. То есть ждать, когда последние двое наконец-таки соберутся и дойдут до него. А, у нас 2 золотых даже. А-а-а, друзья. Вообще, наверное, мотайте запись. Потому что сейчас я буду ждать, да, цветы я как-то не хочу тратить. У нас аж 2 золотых там осталось, но это вообще грех, мне кажется. Сейчас тратить зря цвет. То есть мы его фактически убили. Теперь просто все решает время. Насколько быстро они догадаются сходить наверх. И наконец-таки... Чтобы их червь съел. Так, тут осторожненько нужно, чтобы не упасть вниз. А то сюда вот любят заходить эти недородки. Часто. Ну, в отличие от оригинала, оводом, в принципе, тоже можно. То есть, как бы, я не знаю, я читал то, что от игроков, что вообще теперь нельзя оводом их убить. Но, не знаю, насколько помню, и пеликана точно так же теперь бил, и, в принципе, червя точно так же оводом.
как и в оригинале мы это сделали. То есть, не знаю, никаких проблем у меня это не вызывало, определенных. Вообще, локация сделана интересно. Но битва, конечно, медитативная, очень медитативная. Так, ну ты-то хорош, золотой, давай уже там, хотя там ему двоих надо съесть. Наверное, я добью его какой-нибудь черточкой небольшой, чтобы не париться долго. Давайте, хотя бы кто первый дойдет, тот молодец. Ага, вон идет золотой, отлично. Ловим момент. И что там у нас, чем убьем его? Скорее всего, давай с сиренькой. Так, наверное, не хватит. И золото давай же. Есть, все, молодцы мы, друзья. Мы молодцы. Убили этого ящера, хрясь. О, а, кстати, цвет. Цвет, иди ко мне. Сейчас будем, ура, сколько цвета идет. Ну, на самом деле, там не очень много. Так, у нас вроде, ну, конечно, у нас тут небольшие запасы, так что неважно. Все поглощаем просто. Хоть что-то мы заработали. Отлично. Немного, но все равно приятно. Хотя бы какой-то запас оставили нам. Есть. Так, серебро. Что-то хватит, наверное, тратить-то его. Что будем выращивать-то? Пурпур. 23. Ну, нужно пурпурные деревья растить. Это уже понятно. Но зато, друзья, мы теперь можем быть спокойными. Нам не придется сражаться пока что с надзирателем. Пока что они от нас отстанут. Так, и что еще? Изумруд, наверное, будем растить. Так, вот как-то. Ух ты, еще что-то пришло. Ну-ка, там еще. Золотинка, лети ко мне. Молодец. Иди ко мне. Хорошая. Эй. Ну вот, золото пропало. Обидно, кстати. Там одна золотая была. Там еще мышь наверху была, но мне кажется, ее бедный червь убил. Нафиг. Ладно, давайте уходим отсюда. Мне уже надоела эта локация, честно говоря. Так, сохранимся обязательно. Ну, в общем, вот такая какое вот... Какое странное существо. Да я знаю, что я странное существо, но что поделать-то. Так, а что мы, друзья, делаем что с вами это? Дальше? Кто она такая? А, это ты про находку. Ну, кстати, вот находка есть, но мы пока что ее не видели. В оригинале мы уже походили, в принципе, во время праздника. Даже, по-моему, перед праздником. Мы уже попадали наверх, теперь же мы что-то как-то запоздали уже. Давайте зайдем в Туман-сад, а потом в наши пещеры. Вообще, наверное, я ничем не буду чертить. Вот такой вот... А, хотя нет, стойте. Так, не понял, Монгольфьер. Ух ты, они там не будут разорять мои сады-то? Нужно, кстати, быстрее идти. Цвет сказал, что я наивный? Погодите-ка, нужно было дослушать. Там что-то интересное про цвет говорила сестра. А мне ничего не страшно, хотя нет. Ой, мне страшно, если меня убьют-то здесь. Эти птицы могут убить. Я лучше заряжусь цветом. Так, ну что у меня тут осталось-то в этих садах? Господи, тут вообще хоть что-то осталось у меня еще? Нет. Ой, я вижу там лазури немножечко. Растение маленькое. Так, тут я в безопасности. Вот я ненавижу, когда так камера поворачивается. Обычно в это время атакуют птицы меня. Три птицы, ну. Так. Сейчас. Ой-ой-ой-ой. Бежи. Бежи. Что за бежи? Беги. Бежи, блин. Так, ну да, конечно. Я тут с вами надолго не останусь. Ну нафиг этот сад. Возьму только то, что мне причитается. То, что мое по праву. Вот так вот. Бежим, бежим, бежим. Какие? А, там еще один. Еще один росток. Тут корни, конечно, везде. Вот с корнями вообще дело дрянь вечная. Так, не попал. Из-за того, что они вот так вот медленно атакуют, они постоянно вот как-то четко попадают. Так, все. Ну, собрали немножко лазури и еще там вроде как янтаря и так далее. Вообще, я не знаю, какой у нас дальнейший план, друзья, на сегодня. Честно говоря, действительно не знаю, что нам делать дальше. В принципе, ждать нового цвета как-то так вот получается. Сирень. А, ну, кормить аву. Вот прямо только вот чем ее кормить, мне интересно знать. Это вообще вопрос хороший. Скорости. Пока что, наверное, не буду ничего. Сейчас подумаем, друзья. Надо подумать основательно. Нужно вообще, мне кажется, засадить деревья. Как вариант.
43 пурпура, янтаря немножечко, изумруда. Справимся к себе, вроде там ловушку пока что не сломали. Так, тут у нас нигде ничего нету, там что-то вытягивает опять, судя по звукам. Ух ты, какой, ну-ка, кыш отсюда. Там мой... А, там этот недородок опять. Просто как он меня бесит, друзья. Вот вас не бесит этот недородок? Я не знаю. Наверное, это самое здесь противное существо. Именно вот этот вот, который в саду здесь. А ну вот он меня сдвинул. 30 света. Что-то я, да, я, конечно, погорячился как-то на него. 30 света это да, я что-то как-то лишку. Ну просто вот, если он меня бы ударил, я бы все равно потратил 30 света. То, наверное, да. Все-таки не зря я это сделал. Так, тут у нас по 50 собираем. Ну, пока что... На одном саде живем, но он уже закончился, считайте. То есть у нас этого сада больше нету. Что мы делаем дальше, я без понятия. Есть сад наверху около... в покоях Юны. Но там сад из 4 деревьев, это не сад. Это вообще ничто просто. Сад хороший находится у Имы. Но нам нужно ее еще накормить, конечно. Это другой разговор. Серебро, да, для Элли это нам не нужно, ну... В принципе, посмотрим. Посмотрим, друзья, что у нас на следующем цикле будет. И отсюда уже сделаем выводы. Так, я все собрал, да? Может, еще что-то осталось или нет? Как-то печально. Ладно, у нас куча янтаря. Надо какие-то мелкие деревья садить. Нужно, вот прямо очень сильно. Так вот. Пока что посадим янтаря. Ага, ну тут тебе уже китобой точно делать нечего. Так, в тумане сад, взев рудник, светлячки заповедник. Вот в капище есть. Но скоро, друзья, цикл уже закончится. Мне что-то кажется, сейчас идти в капище как-то не самый лучший вариант, по-моему. Сирень оставляю, пурпур точно оставляю. Наверное. А, ну да, вообще зачем я пошел? И сейчас следующий, наверное, придет, там пойдет в мои сады. Вырастим здесь пару деревьев, надеюсь. Оставшиеся. И нужно будет бежать обратно. Просто, в принципе, эта засуха, она вроде бы, друзья, в любой момент времени появляется. Не обязательно после праздника. Вот нам просто как-то, ну, не подвезло, что ли. И засуха, она появилась гораздо быстрее, чем я рассчитывал. 95. Вот я думаю, пурпурное дерево посадить. Возможно, еще какое-нибудь. Так, ага, здесь дерево уже восстановилось. Ага, только нужно осторожно, птицы. Птицы, они такие. Просто прийти... испортить вам все. Так, используем пурпур. Так, пурпурное дерево. Так, еще одно дерево. Я, кстати, забыл, с какой оно стороны находится. Где прыгать-то надо? Раньше-то я четко знал, а теперь, когда не пользуешься, уже не знаешь даже, где эти деревья находятся. С какой-то стороны оно было, но сейчас, наверное, я уже не вспомню, кстати. Не здесь ли? По-моему, не здесь. Ну ладно, оставим его в покое. Ой, чуть не упал. Так, еще второе дерево. Вырастим. Летай, летай, птица. Улетай, птица, улетай. Блин, она не даст мне тут посадить-то. Ударит. Ударит меня, я не хочу быть избитым мерзкой птицей. Так вот. Ну чё, ты будешь атаковать, нет? Слушай, мне некогда играть с тобой. Серьезно, птица, уходи. Кыш.
Я не знаю, будет она атаковать, нет меня? Какая-то ненормальная вообще. То ли прицеливается, то ли не прицеливается. Вообще не поймешь. Вроде ушла. Все, уходи, кыш. Так, что мы, друзья, посадим-то еще? Я даже не знаю. Давайте янтарь. Если в тебе блин, много изумруда, какая она... Ай, зараза. Вот просто вот, когда начал садить, а... Блин, как неожиданно. Да как она так быстро подлетела-то только? Нет, вязким, да и черт с тобой. Смола. Надоело мне. Ты будешь терять гораздо меньше лимфы, если тебя ранят враги. Ведь как знал, вот когда я знаю, что не нужно этого делать, я почему-то все равно делаю. Это, наверное, со всеми так, да? Знаешь то, что не надо, вот ты явно потеряешь, ты все равно продолжаешь это делать. Так, ладно, пока что сирень сохраню. Не очень как-то получилось. Атаковала меня птица. Пойдемте-ка лучше в свой сад, потому что там вся, сейчас еще что-то родится. И лучше сразу забрать, пока братья не обнаружили это. Вот так вот. Так, ой, изумруд. А я уже дорожку прочертил, блин. Ладно, лучше пока что из сада возьмем. Здесь вроде никого нет. О, ой, друзья, друзья, столько лазури-то. О, слушайте, у меня тактика хорошая. То есть мы собираем теперь все вообще, все, что можно. И идем в следующей серии кормить там ему. А, опять ты, блин, ну что ж такое-то будешь с тобой делать-то? Чем тебя бить? Изумрудом? Сиренью? Чем? Пурпуром? Серебром? Господи... Да ж ты уберешься-то из моей жизни. Только вот не промахнись, я тебя прошу. Есть, наконец-таки. Четко получилось. Все, друзья, собираем последние крохи. Я бы на этом, в принципе, серию закончил, потому что мне нужно подумать, как действовать дальше на самом деле. То есть нам нужно построить тактику. Ну, тактика ясна. То есть мы кормим Аву. Собираем кучу сейчас, родилось изумруда, лазури. Главное, в каком порядке мы это сделаем, это другой вопрос уже. Чтобы успеть везде. Обязательно успеть, чтобы братьям ничего не досталось в этот раз. То есть в прошлый раз я, конечно, ступил, мне потом подсказали то, что в жилах теперь в этой игре братья могут и жил добывать цвет, не как в оригинальном Тургаре. В оригинале они не могли, что было, мне кажется, более правильным, что ли. Ну, не знаю, здесь усложнили эту работу. Так, все, здесь у нас... Ничего не родится больше, поэтому ловушку тоже не ставим. Пусть сад отдыхает, восстанавливается. Кстати, у нас, в принципе, уже первый сад скоро восстановится. Тем нам лучше будет. Так, все, сохраняем. Ой, нет, зачем ты перезаписываешь? Все, с этого момента нужно подумать. Вообще лучше сюда бежать, да? По логике вещей, если я успею. Там у нас куча всего появилось. Нужно поэкспериментировать, друзья, ладно. Остановимся пока что на этом. В следующей серии я посмотрю, как лучше продумать. То есть и сюда нужно зайти, и сюда, и сюда. Везде успеть обязательно. Главное, как это сделать. Это другой вопрос. А на этом все, друзья. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Всем пока.